Прежде чем продолжать работу с практическим плейлистом по Linux и по Windows, давайте я вам наконец расскажу по сертификации Linux, какая она бывает, как ее проходить и что я вам предлагаю сдавать. Начнем с самой популярной сертификации по Linux, это CompTIA. CompTIA — некоммерческая организация, которая подготавливала базу знаний для специалистов в различных областях. То есть, в принципе, айтишники любят начинать свою сертификацию, свое образование именно с CompTIA. Раньше у них была отдельная своя сертификация по Linux, однако в 2010 году они сотрудничают с LPI, и теперь для того, чтобы получить сертификат CompTIA Linux Plus, нужно сдать те же самые экзамены с теми же самыми вопросами, что и у LPI для их первой ступени. То есть здесь есть у нас два экзамена по $180, которые чудесным образом в России превращаются в 19 тысяч рублей. Хотя курс не такой, но я дешевле не нашел сертификации, сейчас погуглив. И когда мы с вами подаем заявку на сдачу экзамена CompTIA Linux Plus, имеет смысл сразу же сказать о том, что мы хотим получить ступень LPIC 1 и сертификат OpenSUSE Certified Linux Administrator. То есть, сдавая вот эти вот два экзамена, вы можете получить сразу три сертификата. Потому что CompTIA договорилась и с LPI, с которыми они сотрудничают, и с OpenSUSE. Таким образом, у нас первая ступень CompTIA, у них больше ступеней в принципе и нет по Linux, стоит в сумме 38 тысяч рублей. Дорогое удовольствие, но у вас сразу три различных сертификата получается, как будто вы специалист в трех областях, хотя по сути это одно и то же. Следующая сертификация — это наш родной LPI. LPI — это у нас Linux Professional Institute, тоже некоммерческая организация, но она, в отличие от CompTIA, ориентирована именно на профессиональное использование Linux. То есть они занимаются только Linux, и поэтому CompTIA стала брать экзамены именно у LPI. У LPI есть три ступени, точно так же, как я вам говорил сейчас про CompTIA. Если вы сдаете первые два экзамена для ступени LPIC 1, вы можете сразу же подать там заявление и получить еще CompTIA Linux Plus и Oracle-овский сертификат по Linux. Значит, у нас для первой и для второй ступени два экзамена по $188 каждый. В России я нашел по 15 тысяч рублей. Каждый можно сдать экзамен. И третья ступень, там всего один экзамен. И вы становитесь уже профессионалом корпоративного уровня. То есть тут за первую ступень уже подешевле выходит 30 тысяч рублей. Хотя вы можете точно так же получить те же самые два сертификата дополнительно, как и в CompTIA. Еще одна сертификация — это сертификация от Linux Foundation. Linux Foundation — это организация уже такая профессиональная, коммерческая, которая проводит корпоративное обучение и различные конференции по Linux. У них есть два уровня сертификации. Это сисадмин и инженер. Инженер, он уже делает планирование архитектуры, развитие IT-среды и так далее. Можно выбрать обучение и сдачу экзамена отдельно по CentOS, OpenSUSE и по Ubuntu. То есть CompTIA и LPI считается то, что это сертификации платформы независимые, и если вы сдали экзамены по ним, вы умеете разбираться с Linux вообще без привязки к семейству. У Linux Foundation это привязка к семейству CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, вы выбираете любую из них, учитесь по этой программе и сдаете сертификат, в котором будет указано то, что вы профессионал именно вот в этом вот семействе. Интересно у Linux Foundation то, что вы сдаете не тесты, а вам дают на 2 часа виртуальную машину, вы решаете на ней какие-то практические задачи, и потом уже, смотря то, как вы решаете эти задачи в записи, вам выставляют какую-то оценку и дают или не дают сертификат. Стоит здесь каждый экзамен $300. Я предполагаю, что это 20 тысяч рублей, но где в России сдать такой экзамен, я не знаю. Вполне возможно, что точно так же это может превратиться у нас здесь и в 40 тысяч, потому что цены на экзамены в различных странах, в принципе, отличаются. Еще одна очень популярная сертификация — это сертификация от Red Hat. Так как это сертификация от Red Hat, понятно, что вы привязаны только к семейству Red Hat. Однако Red Hat очень часто используется в корпорациях, поэтому эта сертификация считается тоже популярной. Мы идем по такому спаду популярности сейчас сертификаций. Значит, у них очень сложное дерево сертификации. Видите, на картинке я вам так его бросил, чтобы вы понимали то, что там такие пути запутанные довольно-таки, практически как у Microsoft, у которого тоже, чтобы понять, как прийти к какой-то именно ступени сертификации, какие сдать экзамены, можно вообще голову сломать перед этим. Я вам внизу выделил основные их три сертификата. Трехступенчатая такая же позиция, как у основных линуксовых сертификаций. Это системный администратор, затем инженер, затем архитектор. Для сдачи первых двух ступеней нужно сдать один экзамен за $400 каждый. Я предполагаю, что это 30 тысяч рублей. Хотя я, опять же, не нашел вендоров у нас, которые дают возможность сдать эту сертификацию. Они пишут то, что сдать возможно, цена по запросу. Я уже запрашивать у них не стал, кому интересно, запросите сами, потом мне в комментариях напишите. И последняя ступень архитектор, нужно сдать 5 экзаменов на выбор, в сумме они стоят $600, и вы в результате получаете специализацию архитектор в одном из следующих направлений, это дата-центр, облако, приложение или корпоративная среда. Тоже увидите довольно-таки дорогое удовольствие. Вообще сертификаций по Linux полно, есть свои сертификации OpenSUSE, у Novell, у Oracle, у IBM, у HP, но это такие не очень популярные сертификации, они
нужны именно в том случае, если ваша организация работает именно с конкретно с этим железом или с этим программным обеспечением, и у них эти сертификаты котируются. А так, самые популярные мы с вами сейчас разобрали. Вы знаете то, что я готовил свои вот эти два курса администрирования серверов Linux по программе LPI, но при этом я подчеркну, только моих вот этих вот видеоуроков для сдачи курса, для сдачи сертификации LPI недостаточно, потому что я все-таки ориентировался на подготовку системных администраторов Linux вообще, заострял внимание на практических вопросах, поверхностно проходил те вопросы, которые практически на данном этапе, я считаю, что не имеют значения. И вообще, я должен сказать то, что обучение на сдачу сертификации, оно отличается от практического какого-то обучения. Точно так же, когда я сдавал сертификацию Microsoft, мне приходилось очень много изучать вопросов, которые не нужны. Например, мой самый такой любимый пример – это номера протоколов у Microsoft. Нужно знать номера протоколов. Не номера портов, а какие-то непонятные номера протоколов, и этот вопрос попадается на экзамене. Зачем это человеку, я не знаю. Точно так же и в сертификации линуксовой может встретиться очень много таких коварных вопросов, и именно для ответа на них нужно еще штудировать дополнительные материалы. Я сейчас активно эти пробелы закрываю и буду пополнять и пополнять конспекты и пособия, которые я выкладываю для вас на Яндекс.Диске. И в принципе через полгода, я думаю, я наполню эти конспекты так, чтобы вы могли уверенно идти на сертификацию CompTIA Linux Plus или на LPIC-1. Особенно учитывая то, что сейчас очень много таких дельных комментариев пошли к видео, я решил уже не переписывать некоторые видео, а просто буду вносить поправки в конспекты и поверх видео это писать. Значит, тем не менее, для того, чтобы вы могли по моим курсам не просто отучиться, а еще и получить какую-то официальную бумагу, вы можете поступить на дистанционный курс в МТИ. Я договорился с МТИ, они запустили курс по моим видеоурокам, который называется «Администрирование Linux». Вы записываетесь на курс, получаете доступ к пособию, видеоурокам и к сдаче тестов. Все делается дистанционно, можно, конечно, приехать в институт, подписать договор, получить удостоверение потом, после того, как вы сдадите экзамен. Можно это все сделать по почте. Это все решается уже внутри МТИ с куратором направления. Значит, я подчеркиваю, эта программа, она немного проще, чем LPIC. Для того, чтобы сдать тесты, достаточно посмотреть видеоуроки и почитать те конспекты, которые я вам уже дал. Так как МТИ сама по себе структура не очень такая поворотливая, там могут быть заминки, задержки, я сделал группу ВКонтакте, и вы можете добавляться в эту группу, и там будем решать вопросы для всех вот этих вот сертификаций в МТИ. Как только наберется 15 человек у нас на группу, они запустят доступ как раз к этому курсу, и заодно там же я вам расскажу в этой группе, я пока сейчас уточняю, сколько у нас вопросов, сколько количество попыток для сдачи экзамена, в какое время для сдачи и так далее. МТИ пошли нам навстречу. Помните, я вам предлагал несколько вариантов где-то месяц назад сдачи экзамена в МТИ, но сейчас нам все упростили и одновременно усложнили. У нас есть только один вариант. Из плюсов он дешевый. Значит, вы сдаете оба экзамена по очереди. За всю программу вместе вы платите им 15 тысяч рублей, ну 14 900, и получаете удостоверение официальное о повышении квалификации, о том, что вы проходили обучение в количестве 72 часов. Подчеркну, никаких вебинаров, никаких уроков проводиться не будет. Вы самостоятельно ознакомливаетесь с материалами, сдаете по очереди вот эти вот два экзамена и получаете удостоверение. Я вам говорил о том, что это удостоверение государственного образца, но оказывается еще несколько лет назад отменили удостоверение государственного образца для всех, кроме очек и заочек. То есть дополнительное образование и повышение квалификации институт может давать от своего имени, это считается официальным документом в принципе. Многие меня спрашивают, что там происходит с МТИ, за что у них отобрали лицензию, я не знаю, потому что я не связан с очным обучением. Я работаю в их дистанционном обучении, это вообще отдельная структура, это их никак не затронуло, они продолжают работать, и Министерство образования на них пока еще не замахивается. Ну, думаю, и не будет. Вот такая вот история с сертификацией. Сдавать дорого, но если вы решите куда-то переехать, поехать и работать за границей, лучше, конечно, получать сертификаты официальные или линуксовые от LPI или от CompTIA. Если вы никуда не собираетесь или хотите проверить себя, то отправляйтесь как раз в МТИ, сдавайте экзамены там. Еще раз подчеркну, по всем вопросам лучше обращайтесь в группу ВКонтакте, я там буду отвечать быстрее. Я еще вам говорил то, что я на сайт хочу прикрутить тесты, чтобы вы могли проверять себя, но как-то очень долго идет этот процесс по переделке сайта, по добавлению функционала тестов, так что я вам пока спрогнозировать не могу, когда я всю эту систему туда прикручу. Спасибо, что смотрели, всего хорошего.